Добрый день, меня зовут Семухин Антон, я окончил в ГИК Герасимова в 2016 году мастерскую Александра Михайлова. До этого я учился в рыбопромысловой академии в городе Калининграде, я ходил в море. Но даже вот вся та романтика, которую я ощущал, не смогла меня остановить. Я все-таки решил, что я не смогу свою жизнь связать с морем и посвятить все ему. Потом у меня есть высшее военное образование, я офицер ВИЗ РХБЗ, это вооружение и средства защиты радиационного, химического и биологического оружия. Я надеюсь, мне это никогда в жизни не пригодится, это будет полезно только для кино. Всю жизнь я занимаюсь спортом, футбол, бокс, тайский бокс, легкая атлетика. Но общий спорт это мое, я быстро как бы, в него вхожу. Что еще? Я играю на ложках, играю на гитаре, вожу машину. Всю информацию, где, когда и сколько я играл, вы узнаете у моего прекрасного агента. Спасибо.